В этом году погода выдалась в Калининградской области благоприятная. И не случайно, приехав в поселок Невский, мы застали там лишь самых маленьких жителей. Все остальные, включая школьников, работали на сенокосе. Колхоз Невский животноводческий. В последние годы с продажей государству мяса дела здесь обстоят благополучно. А вот надои пока невысокие. Основная причина – нехватка кормов. Есть объективные обстоятельства. Земли на угодьях бугристы, неудобны. И все-таки в нынешнюю страду механизаторы хозяйства обязались заготовить кормов почти вдвое больше прошлогоднего. Всю зиму самым тщательным образом готовили технику, ремонтировали старые машины, осваивали новые агрегаты, четко продумывали организацию работы. И вот прошли первые недели. Уже выполнен план продажи государству витаминной муки. Полным ходом идет закладка силоса. Заготовлено и уложено под навесы 1000 тонн сенажа. Заготовка кормов в разгаре. Председатель колхоза Александр Николаевич Радута доволен. Все идет, как задумывалось. Настрой боевой, самый решительный.